Всего. Я приношу свои смиренные дандават пранамы к лотосным стопам моего духовного учителя Шрилы Бхакти Шри Руп Сиддханти Госвами Махараджа бесчисленное множество раз. Также я приношу свои почтительные дандават пранамы к лотосным стопам моего Шикшагуру Нитялил Правиштам Вишнупада, Штутра Шата Шиши Мат Бхактивиданти, Шилина Райни Госвами Махараджа. Приношу свой Шрадха Пушпанджали бесчисленное множество раз. Сегодня день уход Тирубав Маха Махотсава. Нитялил Правиштам Вишнупада, Штутра Шата Шиши Мат Бхакти Прамот Пури Госвами Махараджа. Я приношу свои Шрадха Пушпанджали его лотосным стопам. И бесчисленные дандават пранамы. Также кланяюсь всему саньяси гану, всем вайшнам и вайшнаве. Итак, сегодня день ухода Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. И все мы очень удачливы, что именно в этот месяц Картика мы празднуем дни явления, дни ухода Ачарьев. Именно в этот месяц Картика. Гуруджи говорил, этот месяц Картика, священный месяц Картика, очень возвышенный, очень особенный, поскольку это месяц самой Шримати Рады Такурани. И именно в этот месяц мы празднуем дни явления и дни уходов возвышенных вайшнавов. И так Гуруджи говорил. Только особенные люди в этот месяц Картика, священный месяц Картика, празднуют эти возвышенные титхи явления и ухода вайшнавов. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупад являл жизнедеянием, мы слушаем эти его игры, которые он явил в этом мире, и мы склоняемся к его играм и к его лотосным стопам бесчисленное множество раз. Когда мы слышим истории о славе Махараджа, мы обретаем всю благую удачу. Махапрабху предсказал, что наступит такой день, что по всему миру мое имя будут воспевать святые имена, люди разной национальности, темные, светлокожие, сольются в одну реку Санкиртани и поднимут руки вверх и будут воспевать Харибол, Харибол. Итак, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж испытывал глубокую разлуку, когда его гуру Махарадж оставил этот мир, и он думал, я такой слабый,
У меня нет совершенно никаких ресурсов и сил находиться в этом мире. Когда Шрила Прабхупада Сарасвати Такур совершал баджан и повторил миллиард святых имен, Шри Чайтанья Махапрабху даровал ему свой даршан. Панчататва явилась его взору и сказала: «Пожалуйста, проповедуй, и я отправлю все силы, все ресурсы для тебя». И так как сам Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, он Манджари Шимати Радики Наяна Мани Манджари, то Радика наказала ей отправиться в этот мир и проповедовать славу пути Бхакти, кто такой Господь Кришна и кто такая Шимати Радхарани. Так Шимати Радика сама дала наказ Наяна Мани Манджари снизойти в этот мир и проливать бесчисленную милость всем и каждому. Так Махапрабху Бхактисиддханта Сарасвати Такур явился в этом мире со всеми своими спутниками, своими учениками. И также Шри Чайтанья Махапрабху, даровав ему даршан, и также наполнил его всей силой в его проповеди. Сам Шри Чайтанья Махапрабху раздавал прямо посредством воспевания святых, имен всем и каждому. И также он распространял регулирующие правила и предписания, которым все должны следовать, чтобы развиваться на этом пути бхакти. И так может возникнуть вопрос, что какое служение совершал Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж для своего Гурудева. Он занимался публикацией книг. Итак, Бхактивиданта Сиддханти Махарадж говорил, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж никогда не останавливался, он все время находился в служении и толком не отдыхал. Даже когда он отдыхал пару часов, он никогда не расслаблялся глубоко, потому что он постоянно был погружен в служение, публикации священных писаний. Существует три различных значения мриданки. Первое, мриданка — это музыкальный и инструмент. Второе значение мриданги — это священное писание, какое-то публикуется для всех и каждого. И тот, кто читает писание, священные гранхи, они получат освобождение. Таково важное значение брихат мриданги. Итак, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был занят публикацией священных гранх. Всю свою жизнь он посвятил на это. Он знал, что люди, которые будут читать эти гранхи, получат освобождение. Итак, каждый день он распространял все эти книги, которые выходили в свет. Так Шрила Прабхупада распространял послание всем и каждому. Он желал, чтобы его книги, его журналы и все послание, которое несет, достигло двери каждого человека. То, что Прабхупад говорил, я распространяю так много драгоценных камней посредством Харикатхи, поэтому я желаю, чтобы мое послание было развеяно по всему миру.
по всему свету, чтобы каждый мог соприкоснуться с этими драгоценностями, которые я раздаю. И так Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он помогал ему в этой проповеднической миссии, чтобы это послание достигло ушей всех и каждого. Итак, каково же значение его имени? Тот, кто отражает природу Галоки. Бхакти Прамод Омкар. Здесь есть небольшое коренное слово Омкар. Омкар также означает прекрасные, преисполненные чувства возвышенной любви, которые испытывает эта личность. Также тот, кто прекрасным образом может излагать это послание всем и каждому. Также тот, кто очень искусно поет. И сам Махарадж Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж очень красиво пел. Однажды один человек сказал нашему Гуру Махараджу: когда я поклоняюсь Господу Кришне, я трачу часы, чтобы украсить божества, провести Шингар Севу. Итак, то есть этот человек наблюдал, как Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж украшает божества, и он просто погружался в эту Шрингара Севу, и часы летели напролет. И люди говорили: он Ганеш Адхикари. Что это означает? Что он был это означает тот, кто глубоко погружается в пуджу Господа Кришны. Такую личность зовут Ганеш Адхикари. Но услышав, что люди зовут его таким образом, его последователи расстроились. Они думали, что таким образом люди плохо отзываются о нем. Но на самом деле, о чем должны помнить последователи, ученики и гуру? Каковы обязанности шишьи, ученика? Первая важная обязанность каждого ученика — понимать истинную сварупу своего гуру. И тогда, понимая это, мы будем помнить, что такая личность может проявить все трансцендентные знания в сердце своего ученика, все значение всех священных писаний. И если мы следуем своему учителю должным образом, автоматически он прольет все трансцендентное знание в сердце ученика. Итак, последователи гневаются, если Гурудева называют Ганеш Адхикари. Ученик непременно скажет: нет, мой Гурудев Махабхагават Вайшнав. Сам о себе он говорил: я ни на что не годен. И на самом деле я очень рад, что меня, что люди зовут меня Ганеш Адхикари, даруя мне такой высокий уровень вайшнава. На самом деле я ни на что не годен. Он был такой смиренный, очень смиренный. Не думайте, что тот, кто поклоняется божествам часами,
конечно, от Якари. Все божества дарованы нам нашей Гуру Варгой. Не нужно думать, что это обычные божества, просто статуи. Рада Дамодар был были явлены Шилой Рупой Госвами Падом. Вся наша Гуру Варга являет нам божество. Поэтому не нужно думать, что вся наша Гуру Варга, конечно, от Хикари. Итак, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж поклонялся своим Такураджи. Он явил божество этому миру, поскольку он Манджари Шимати Радики, и он погружался в эту Шингар Севу. Поэтому не следует думать, что он, конечно, Хатхикари. Однажды, когда один Пуджари совершал пуджу божествам, он уронил Кришну. И тогда, в этот момент, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж отдыхал. В этот момент его сердце стало сжечь с огромной болью. Он понял, что что-то произошло не то в храме. И он осознал, что Пуджари уронил Кришну. Он пришел. Он пришел вниз и спросил Пуджари, что-то случилось? Пуджари ответил, да, когда я подносил лампадки, я задел одежды Кришны, они загорелись, и таким образом Кришна упал. Это какой публикацией занимался Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж? Он печатал журналы Брихат Мриданга. Таково было название журнала Брихат Мриданга. Он говорил, если вы хотите что-то мне дать, презентуйте мне писание Сиддханти Сарасвати, Такура Сиддханти Махараджа, публикации. Когда мой Гуру Дев оставил этот мир, Шрила публикации Бхакти Шируп Сиддханти Махараджа. Когда мой Гуру Махарадж оставил этот мир, Бхакти Шируп Сиддханти Махарадж, он благословил его особым образом. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Свои последние публикации, над которыми работал мой Гуру Дев, он делал в Джаганатхапуре. Так, по его последней книге Гранхи он совершал в Пуре, то есть Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа над своими книгами он работал в Пуре, и там же он оставил этот мир в священной дхаме Джаганатхапуре. Тот, кто становится близок и дорог Господу Кришне, принимает у него прибежище. Обретает высшее совершенство Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Единственный из спутников Прабхупад Сарасвати Такура, который прожил 102 года, он пересек этот возраст, 102-летие. Он единственный из всех учеников Прабхупад Сарасвати Такура, который провел долгие годы на этой земле, в этом мире. Если у нас будет тоже такое же желание, сердце, как у него, тогда мы будем очень удачливы.